Светлана, ну вот ты совершенно без талантов. Как ты себя развиваешь? О чем речь? Какие способы? Ну, я вообще делаю просто... Я просто делаю. Вот если я понимаю, что мне это что-то нужно, что мне это интересно, я просто беру и делаю. То есть у меня не было никакого таланта, чтобы, например, заниматься велосипедом. Но я себе покупала один велосипед, потом другой, смотрела какие-то ролики, брала каких-то инструкторов, инструктаж брала по велосипеду. И в результате я довела свою технику до 120 километров в день. Это достаточно большое количество, большое расстояние. То же самое с гитарой, то же самое с каким-либо... Любое дело, за которое я берусь, я просто начинаю делать. И для меня нет такого... Нет такой преграды, что у меня не получается. Не получается, это всего лишь временной фактор. Все остальное – это действие.